Доброе утро, точнее уже день. На завтрак у меня была овсянка с изюмом и бананом. И сейчас у меня второй завтрак. Это опять овсянка с бананом. Изюм закончился, нужно было сбегать в магазин. Ну а пока ожидаю подружку, скоро должна прийти в гости. Ну а тем временем у меня вымылась посуда. Сейчас я ее достаю и уже загружаю новую. Да, уже накопилось немного посуды. Ко мне пришла подружка, пока мы с ним болтаем, я готовлю. Запекаю картошечку с колбаской. Вечер, занимаемся с детьми, рисуем. Да, Максимка? Да. Так, ну где у нас ежик-то? Хотели ежика нарисовать, чтобы Владик ему иголочки сделал. Ну вот, подружка у меня уехала, посидели хорошо. Сейчас на ужин у меня вот картошечка с сыром и колбаской и оливье. Приятного мне аппетита. Время 7:30, и у меня на ужин будет кофейно-манговый коктейль. Да, вот сегодня сделала такой микс из Energy Diet и Smart Food. Посмотрим, что получится и вкусно ли это. Закончила работу посудомойкой. Сейчас еще нужно будет белье развешивать, потому что стиральная машина тоже закончила свою работу. Такое ощущение, что я целыми днями только и прибираюсь. Но на самом деле не так. Кстати, дома так холодно, у нас отключили отопление и горячую воду. Это просто жесть. Спасаясь тем только, что готовлю целый день. И сейчас, наверное, пойду раскрашивать раскраску антистресс. Ну а вот уже и следующее утро я прихорашиваюсь, опять сделала себе яркий макияж. И мы с детками поехали на спектакль «Бременские музыканты». Да, мы решили каждую неделю ездить в театры. И, кстати, после этого спектакля купили еще на следующую неделю билеты на спектакль «Карлик Нос». Ничего не успеваем. Еду я в такой парке, кстати, как вам, зацените. Поехали покупать мы люстру. Уже сходили в театр. Сейчас купим маме люстру в подарок, хотим ей подарить на день рождения. Ну и, собственно, поедем уже на день рождения. Возьму с собой. У нас вот такая классная люстра. У нее несколько режимов. Она на пульте. Мы ее покупали в том году за 7 000. И маме выбрали точно такую же, но побольше и поярче. За 9 500. В общем-то, ту я не успела особо заснять, поэтому пока любуйтесь на мою. Ну вот, наконец-то мы купили подарок и едем за цветочками. От папы будет 25 шикарных белых роз. Я выбрала 5 таких желтых с таким с оранжевым подсветкой, не знаю, как сказать. Ну и сестра 5 красных роз. И в машине мы уже мчим к нашей маме. Точнее, к машине мы еще мчим, а потом еще и пешком тащимся, потому что заходили за детками. Идем с коляской и с люстрой. Ну, а вот и наша мама, красотка. Посидели мы классно, видео там я уже не записывала. Так. Мама! Ух! Мама! Поехали домой! Очень хорошо провели мы время, ну и пошли уже с колясочкой домой. Кстати, Владик решил прогуляться пешочком. А это уже следующий день. И мы в кафешке заказали какао с мармел-шоу, заказали глассе мой любимейший, ну и осенний салатик с креветками. Тоже вкуснятинка. Это мы были в кафешечке в перерыве между шопингом. Ну а потом сходили в квартиру. Она у нас почти 3 месяца стояла. Ну, хотели ее, планировали продать, но так что-то желающих и не нашлось. Поэтому решили сдать. Сегодня мы ее здесь нафоткали, выложили в интернет. И сразу же уже нашли человека, который захотел ее снять. Прибежали мы из магазина. Купили в фикс-прайсе вот такое средство для унитаза. И еще вот такое. Мне нравятся эти средства. Также в фикс-прайсе я взяла шарики, завтра у Максимки день рождения, поэтому взяла 1, 2, 3, 4 упаковки, в каждой по 12 штук, это еще и насос. То есть это у нас почти 50 шаров, я хочу ночью надуть и Максимке в комнату их с утра запустить. Себе взяла мармел-шоу, мне не очень нравится, сегодня опять в кафешке пила какао с ними, вообще вкуснятина, вот поэтому себе взяла. Взяла Максимке завтра в школу конфетки. Вот такие сникерсы, твикс каждому ребенку по конфетке, короче.
И Максимке купили сим-карту и вот такой телефончик. Смотрите, классненький, беленький. Вот, и чехольчик на него, потому что ему телефона хватает на месяц, на два. Вот покупали перед 1 сентября, уже разбил его. А до этого, который был телефон, то бьет, то теряет. В общем, взяли такой недорогой, 1700 стоит, чехол 300 рублей. Вот. Еще собираемся купить ему планшет. Мы планшет хотим уже 1000 за 10 купить, потому что на его не будут выносить из дома, так что можно уже и подороже. Вот такие небольшие покупочки были, ну и плюс еще, конечно, продукты. Проснулся? Зачёныш, смотри на меня. Ну-ка смотри, не проснулся еще. Доброе утро, девчонки! Сегодня у Максимки день рождения, он весь сонный, такой ушел с конфетками в школу, весь довольный, шарики увидел. Владюха от шариков просто в шоке. Вот, мы уже тут тортик немножечко начали кушать, но это так, мы чисто, мы с мужем и Максимка съели по кусочку, вот праздновать уже будем, конечно же, день рождения в выходные. Ну а пока я пью какао вкусняцкое, и на этом, наверное, буду с вами уже прощаться. Спасибо за внимание, всем пока-пока!